Омска. Мы выезжаем из Абрау-Дюрсо, направляемся прямиком на море, Геленджик. Погода шикарная, 29 градусов. Какой 29? Градусов 29 уже. Ну, блин, 10 только. Вот, хорошо. За окном озерцо наше. Уже нет. Google карты говорят, что ехать 1,5 часа преодолеть надо всего лишь 60 километров. Но 60 километров там такая, много дороги будет серпантинной. В первую очередь, вот сейчас, вот, чтобы выехать из Абрау-Дюрсо, там будет такой серпантин. Вот, дорожка узенькая. Мы тут ходили. И туда далеко. Сейчас там ярмарки нет, наверное, да? У нас типа выходного дня. Нет. Наверное. Ярмарка нет, ярмарка там каждый день. Да, серьезно? Да, но она на карте ее позиционируется как каждый день. Сейчас посмотрим, я снимаю. Ну да. Видишь? Вот классная, короче. Когда стоит ярмарка? Вчера было 1:30, а сегодня 1:30. А, они ее закрыли. Она еще не открыта. Карусельку, да. Ну все, хорош. Мы доехали до Новороссийска. Вот, и такое ощущение, что мы вернулись в Москву. Пробки. Дома нормальные такие. Ну, город приличный. Надеюсь, что скоро пробки закончатся, и мы снова поедем с ветерком. Вот такие вот горы в Новороссийске тут. Красивые. В Москве нам так не хватает таких гор. И такого климата. Да. Продолжаем стоять в пробочке в Новороссийске. И вот проезжаем мимо памятник. За памятником здание. Я так понимаю, его специально не реконструировали, ничего, это после войны. На нем вон видно от осколков, от пуль на штукатурке, отметки. Вот. Ну и наша легендарная 34-ка. Ура! Черное море по правую руку! И город Новороссийск. А-а-а. Да, и забор. Да. Подожди, сейчас, может быть, еще будет нормально, а? Я надеюсь, что вот так хотя бы видно слева. Ну, хотя... немножко дерево помешает. И забор опять. Ну, что, есть там что? Да, порт, с ними порт. Красота. Интересно. Круто. Народ остановился заснять виды, наверное. Черноморские. Анечка, снимай. Да. Смотри справа. Да, сейчас будет справа. Так, смотрим направо. Что мы там видим? А нифига да, там мы не видим. Или видим? Чуть-чуть, если сверху, в принципе. А там дорога. Там дальше дорога. Ну ладно. We'll be right back.
решил остановиться, посмотреть на памятник. Морякам революции. Фоткать тебе? Да. Давай. Пойдем вот туда, вот подойдем, смотри. Ух ты, смотри, как классно сделан памятник, тут кораблики. Скульпторы, архитекторы. Фуй, саньем воняет. Танкер Эльбрус, пароход Фредерик. Ух! Ань, смотри, какое красивое чистое море, Ань. Ань, а? Смотри, какое море красивое. Красота. Вон туда вот выгляни, вон, смотри. Эсминец ГДЖБ. Смотри, смотри, как там классно, а? Вообще класс. Красота. Ну, реально, чем не такое? Ну, давайте я сфотаю. Сфотаем Анечку. Ну что, посмотрели на красоту, на виды. Едем дальше. Сколько? До Геленджика еще 30 км ехать осталось. Чего там? Да, красиво. И песенка про Техас. Проехать, ну еще совсем чуть-чуть, в принципе, 13 км, но встали в пробку, и Google говорит, Александр Вячеславович, придется, говорит, постоять вам минут так 40 в этой пробочке. Но вот эти вот виды красивые, они стоят того, чтобы немножечко постоять. Да, едем тихонечко. Еще стоим в пробочке немножко. Проезжаем какое-то поле такое интересное. Что-то там выращивают. Вот одна табличка «Охраняемая территория, проход запрещен». Одну табличку интересную мы проехали. На ней очень интересная надпись. Вот, кстати, ее тоже сейчас проезжаем. Обработаны пестицидами. То есть в магазине нас уверяют, что это все без пестицидов. Там, не знаю, на рынке, да, там все это все... натурпродукт, все на солнышке выращено, да, на солнышке натурпродукт, но, сука, все равно обработано пестицидами. Вот так вот дурят нашего брата везде. Да, а что это вот непонятно, что это такое растет? Зачем они вообще-то? Может, лимон какие? Не знаю. Вот мы подъезжаем к городу Геленджик, или уже въезжаем в город Геленджик, я так понимаю, пробка рассосалась. Пробка была из-за того, что там просто стоял пост ДПС. Хотя они никого не досматривали, никого не задерживали, не останавливали. Народ просто тупо тормозил, скажем так. Ну, нам дали ключик от номера, тут даже целых два. Поднимаемся в наш номер, 205-й. Смотрим, тут мусор возле нашего.
А, наверное, нам 206-й подготавливать. Первое впечатление. Мы балкон не брали. А почему? Да. А потому что это 2900 стоит. Вот балкон тут еще дороже. Какое тут вот из окна у вас? Ну-ка. 15. Да. Ну. Можно так вот открыть и подвешивать. Нормально вид из окна. Так. Кондиционер. О, сейф. Фен. Губка для обуви. Фен такой вот. Что там у нас с туалетом? Посмотрим. А холодильника нет, что ли? Подожди. Ну-ка. А ну-ка. Что тут холодильник? Да. О, есть холодильник, это хорошо. Это супер. Он уже работает. Так. Подожди. А, надо карточку ставить. Карточку дай. Слава богу, душ. Да. Туалетик, две бумажки. Ну что, нормальный номер, хороший. Мне нравится.